Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Популярная российская актриса Нона Гришаева недавно поделилась в интернете фотографией своего сына, который уже заметно вырос. Он почти одного роста с матерью. Это фото Нона подписала цитатой «Жизнь прекрасна». Поклонники творчества Гришаевой отметили, что ее ребенок очень похож на своего отца, Александра Нестерова. В свои 14 лет Илья выглядит довольно взрослым. У Ноны двое детей, у которых разница в возрасте составляет 10 лет. Старшей дочке актрисы Анастасии сейчас уже 24 года. Она старается не обделять вниманием ни ее, ни Илью. Гришаева даже берет их с собой в поездки. А как вы считаете, на кого больше похож Илья? Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!